Прошло заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. Народные избранники приняли бюджет муниципалитета на следующий год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. В повестке дня были и другие вопросы. Подробности в следующем сюжете. Прошу проголосовать. Кто против, воздержались? Решением Совета депутатов основной финансовый документ принят единогласно. Доходная часть 15 миллиардов 588 миллионов рублей, а расходная больше почти на 1 миллиард. Бюджет городского округа Люберцы останется социально ориентированным. Расходы бюджета сформированы на основании утвержденных 17 муниципальных программ. Первая программа – это муниципальная культура, 755 миллионов рублей. Муниципальная программа образования 8 миллиардов 735 миллионов рублей. Это на 3% с ростом к 2022 году. Муниципальная программа социальной защиты населения 83 миллиона рублей. В повестке дня был вопрос, связанный с передачей усадьбы Зенина, расположенной в поселке Красково, из собственности Московской области в муниципальную собственность городского округа Люберцы. Документы в самом порядке согласованы, все замечания, предложения учтены. После принятия в собственность объект будет учен хозяйственным оборотом. Также народные избранники проголосовали за освобождение от уплаты земельного и имущественного налога в семей участников специальной военной операции, вдов и детей военнослужащих. Это решение депутаты поддержали единогласно. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.